Здравствуйте, любители пленочных фотоаппаратов. Сегодня у меня в ремонте очередной фотоаппарат из Краматорска от Александра Зорки 4 64 года выпуска. Ну, здесь нужно смазать объектив, привести в порядок. Первое, второе, вот, тушка. Которая очень туго взводится. Вот это у нас была выдержка 30. То есть затвор нужно чистить, мыть, приводить в порядок. Ну, все как обычно, все как всегда. Еще раз хочу напомнить. Ролики в YouTube — это видеоотчеты для владельцев. По ним я не рекомендую ремонтировать свои фотоаппараты. Вряд ли что-то может у меня получиться. Вот у меня есть полностью обучающие фильмы по разным моделям фотоаппарата. Вся информация находится на сайте фоторемонтник.ру. Так, продолжаю. Также не работает вот дальномер кулачок. Короче, в аппарате есть еще окисление, как обычно. Для такого возраста аппараты приходят именно с окислениями, с коррозией, с небольшой. Ну, в общем, полный букет. Ладно, начинаю работу. Сейчас выглядит аппарат. Аппарат уже ремонтировался, по всей видимости, кем-то. Ну, в общем, мне нужно снять, полностью разобрать затвор, снять шторки, снять все шестерни для того, чтобы можно было привести его в порядок. Продолжаю дальше. Так, как выглядит в приближении это все. Здесь, не знаю, будет видно, тут песок, пыль в небольшом количестве тоже есть, присутствует. И вот такая вот борода окиси на дальномере. Вот это все нужно вычистить и убрать. Разбираю дальше. Итак, полная харакири, как всегда. То есть вот так выглядят пружины. На них вот эта смазка старая. На парафин. Ну, то есть уже никакая. Вот, ну, в общем, все в таком состоянии. То есть смазки нет, одна грязь. Шторки тоже пришлось разобрать, потому что на барабане здесь то же самое. То есть пустая смазка. Вот в местах скольжения уже превратилась замазку. Все отправляется в мойку. Все будет мыться. Вот остатки смазки тоже. Кусочек такой. Вот здесь. Ляпнули, он так и застыл. Ну, в общем. В общем. Все в мойку. Итак, все вымыто, вычищено. Вот так это выглядит. Ну, в принципе, как и должно выглядеть. То есть чистое, без всякой грязи. Все шестеренки промыты. Короче, все, что нужно, сделано. Шторки вращаются уже на барабане. Мягенькие они вообще или ходили. Тесемки все подклеены, потому что клей от времени уже пересох. Тесемки отвалились, пришлось все переклеить. Ну, в общем, теперь сборка. Продолжаю. Так, только досмотрел, вот при сборке начал уже собирать. А шторка
короткая полопалась. Ну, сейчас покажу. Вот, то есть вот здесь она уже пересохла. То есть... пошел, скажем так, необратимый процесс на резине, то есть пошли трещины, резина начала лопаться. Вот так это выглядит. Вот, если это оставить, то снимки будут засвечены. Вот. То есть вот верхняя часть уже не годится шторки. Так, что у нас длинная шторка? Длинная шторка. Длинная шторка еще в хорошем состоянии, а короткая просто не годится. Неприятные моменты. Ну что ж, придется менять короткую штору. Вот так уже выглядит аппарат. Шторка заменена. Все работает очень мягенько. Так можно довести. Ну и сейчас я буду продолжать сборку, регулировку, настройку аппарата. Все. Продолжаю дальше. А, да. Вот. Вот так должен работать дальномер. Все окиси я убрал, все работает как надо. Вот теперь продолжаю. Так, аппарат собран, все работает. Шторки работают отлично. Одну пришлось заменить, как я уже показывал. То есть одна осталась родная. Она еще в неплохом состоянии довольно. А вторую заменил. То есть все выдержки. Все работает. Так, 60, 15 мне нужно. Так, вот. Все работает как надо. Дальномер вычистил. Потому что на нем тоже там такой сумасшедший налет был. Внутри. Вот так все работает. Ну все, пришло время заняться объективом. Так, это в сторону. Объектив здесь, конечно, не очень. Ничего, приведем в порядок. Итак, объектив разобран. Вот так выглядят оправы. То есть вот это внутренняя резьба геликоида, то есть вот здесь такая мазута от времени стала. Наружная обойма, вот примерно то же самое. Вот. Ну и диафрагма, кольцо диафрагмы здесь тоже вот такая. Смазка.
В общем, все это в мойку, чистится, моется, и дальше будем собирать. Объектив собран, смазан. Здесь немножко стояла неправильно шкала диафрагмы, была смещена. Все стоит на своих местах, правильно. Так, теперь ставим на место. Аппарат готов и едет назад самому владельцу Краматорска. Все, всем удачи, до новых видео.